Здорово. В общем, за последние дни несколько раз сталкивался с такими ситуациями жесточайшего неуважения женщин к мужчинам. То есть я работал с несколькими людьми, в том числе и вживую, персонально. И мы, то есть, разбирали ситуацию этих людей, как бы, и я такого наслушался, и я хочу с вами поделиться. У меня есть три ситуации. Случаи, когда женщины неуважительно относятся к мужчинам, но виноват в этом, как всегда, кто? Правильно, сам мужик. Это 100% факт. Потому что как ты позволяешь с собой обращаться, так с тобой и будут обращаться. Это вот, ну, закон природы, я не знаю, биология. Тут ничего не сделаешь. Допустим, первая ситуация, когда человек пригласил девушку, они поехали вместе в Беларусь, он с ней начал общаться недавно, он пригласил ее, говорит, давай и заодно и погуляем там, а у нее там был какое-то мероприятие. В общем, они поехали, он купил билеты, бизнес-класс, между прочим, батенька. То есть он постарался ее удивить там. И в итоге сказал ей, слушай, забронируй отели, а я их оплачу. Ну, то есть, там, найди и забронируй, мне некогда. То есть, она в итоге забронировала отели на сутки, ну, отель на сутки дольше, чем должна была. То есть, в чем прикол? Ну, то есть, она со своего мероприятия возвращается, допустим, там, в 11, выезд из отеля в 12, всегда можно там что-то попросить, может быть, попозже. Она из-за того, что она якобы с 11 до 12 не успела бы собраться, она забронировала на целые сутки больше. Это же прикол. Сутки, которые стоят там приличных денег, потому что это там шикарная пятизвездочная гостиница. Суть не в этом. Они летят. И в итоге выясняется вот это, что типа вот она забронировала. То есть она вообще охренела. Она говорит, для меня это неуважительное отношение к моим деньгам. Ну, неуважение ко мне. Вот. И в итоге, когда он узнал об этом, он начал ей, причем он очень мягко начал говорить. То есть вопрос в том, что вот я бы, наверное, вышвырнул ее из самолета и сказал, что за херня вообще, как так, как ты это поняла? Ну, то есть вышел бы из самолета и пошел бы в одну сторону, она в другую. И слил бы там ее прям сразу. Вот, он очень мягко начал спрашивать, почему, что за фигня, мне это не нравится, на что это шкура, а по-другому ее не назовешь. Она ответила следующее. Она говорит, ты че такой душный? То есть, вместо того, чтобы понять, что она охренела, она еще и его в этом упрекает, что ты че такой душный? То есть, ее везут, эту шмару, на самолете, там, куда-то. То есть, все там, ну, как бы для нее делают, и она себе позволяет вот это. Это крайне непозволительная фигня. Но это случай номер один, когда мужчина... При этом, короче, дальше они поссорились. В итоге, когда приземлились, все-таки он там, ну, как бы, он за ней еще бежал. Он за ней, там, чтобы она не ушла. Какого-то там просил что-то прощения или что-то, не важно. То есть, и в итоге все нормально, дальше они как бы поехали отдыхать. То есть это называется, он это схавал. Просто проглотил, не жуя, то, что ему не нравится. То есть обманул самого себя. Это вот к вопросу внутренней честности. Вот. И это проблема, очень большая проблема для многих мужчин, которые позволяют женщинам так с собой обращаться. То есть, о чем это говорит со стороны женщины? Строжайшее, дичайшее неуважение к мужчине, потому что его ресурсы, его деньги, это как бы его энергия, к его энергии, то есть, ну, хамство и просто, ну, абсолютно наплевательское отношение. Следующий персонаж, следующая история. Значит, также люди поехали в путешествие, мужик взял с собой бабу, там, с которой они уже там какое-то время, причем встречались уже. И там какой-то памятник или что-то, типа, в общем, там надо, короче, обойти вокруг него несколько раз, или какая-то церковь, или какое-то здание, замок, и тогда ты найдешь своего суженого. Эта баба, ну, когда услышала от экскурсовода вот эту историю, она так раз и пошла. Причем одна. Он такой, типа, ну ладно. В общем, она там обошла, вернулась, он говорит, а что ты куда отходил? Она говорит, типа, вот я решила, причем она на полном серьезе, говорит, я решила обойти вот эту штуку, чтобы найти своего суженого. То есть она это говорила на полном серьезе. Даже если это шутка, ну, я не знаю, странная шутка, да, то есть она не сказала, что это шутка. То есть о чем это говорит? О том, что женщина уже давно
реально решила для себя, что с этим мужчиной она встречается только с точки зрения там, использования ее ресурсов, там, периодического секса, чего-то еще, но она точно не хочет с ним никакого будущего. И было бы хорошо, если бы у него к ней было то же самое. Но у него к ней он все-таки на что-то надеялся. Вот. И человек это схавал, как-то все, ладно, проглотил, типа, ну ладно, и не ушел. Я бы сказал тогда, давай ты еще пару кругов сделаешь, а я пока поеду, и все. На этом бы наше общение прекратилось. Человек это схавал и не ушел, и вот так вот. Это полная дичь. То есть это отсутствие абсолютно у себя самоуважения, которое надо срочно лечить, потому что мир устроен так интересно. То есть когда ты позволяешь людям с собой так обращаться, они так с тобой обращаются, и причем находятся все новые и новые и новые люди, которые приходят для этого. То есть, а на самом деле я считаю, что Бог, Вселенная, мир, кто угодно там посылает просто тебе вот эти ситуации, чтобы ты как бы об них подлечился, скажем так, чтобы ты что-то с этим сделал. И третья ситуация про цветы. То есть мужчина рассказывал следующее. То есть он собрался на свидание с девушкой из сайта знакомств. Они еще не виделись. Но при этом, короче, она такая пишет: вот, я надеюсь, что ты там купил мне цветы, я там хочу цветы. И в итоге он обиделся, ну, как бы ему стало неприятно, что, типа, какого хрена? То есть это, в принципе, правильная логика. Но, и он купил цветы, он там узнал, там, ну, как ей доставить, он выслал ей цветы и написал, что «а я сам не приеду». Типа, ну, нужны цветы, на тебе цветы, подавись. Очень правильная логика, да, типа, но с другой стороны, как бы, я бы не стал ей высылать цветов, потому что эта шкура, получается, получила то, что хотела, типа. Он говорит, нет, она обиделась, типа, ну, она расстроилась, потому что я-то на свидание не пришел, но она тебя еще не знает, понимаешь, она тебя еще не видела, поэтому она не расстроилась. Она хотела цветы, она получила то, что хотела. Вот. Для меня, когда женщина позволяет себе такое говорить, это говорит, что она тупая колхозница, ну, колхозница не в смысле из деревни, а просто по мышлению, естественно, да, какая-то голодная с голодного Поволжья и абсолютно неуважающая себя женщина, и глупая, потому что... Сейчас, минутку. Потому что как вообще можно такое писать? То есть любой нормальный мужик скажет, типа, слушай, иди ты в задницу, короче, да? То есть он не будет с ней дальше видеться. Она отсекает от себя нормальных мужиков. Плюс, как бы, женщина, которая выпрашивает цветы, ну, это унизительно. На его месте я бы сказал, слушай... Вообще-то мужчина дарит цветы тогда, когда он хочет. В этом-то и фишка, что он захотел, он подарил. И тогда эти цветы приносят там кучу радости. А женщина, которая выпрашивает цветы, для меня женщина, ну, какого-то такого низкого ранга, не знаю, низкого порядка. Поэтому до свидания и все. Вопрос только в том, что нужно было включить самоуважение. Вот и все. Но это три разных истории, разных людей. То есть в чем прикол? То есть постоянно обращаются люди, которые испытывают нехватку уважения к себе. Причем эти люди могут быть бизнесовые, какие-то альфа-директора. Там, допустим, жесткие дядьки у себя на работе, там какие-то там пробивные, энергичные. Но с женщинами понятно, что это все идет там из детства, там это там отношения с родителями, там... Но это, короче, такая долгая херня, потому что у многих сейчас будет мысль, надо идти к психологу, что-то прорабатывать. Да, психолог это неплохо, если он нормальный, но это все в долгую. Как бы ты ни прорабатывал, теперь тебе надо переприучить себя, делать, соответственно, по-другому. То есть если женщина нарушает какие-то твои личные границы, там, хамит тебе, не уважает тебя, ты просто ей говоришь, мне это не нравится, пошла нахер. Вот и все. И это реально целая беда. Потом, вы же не понимаете, куда это приводит. Если вы о себе не думаете, подумайте о детях. Вот вы там с такой бабой создали семью. Что потом? У вас родились дети, которые вырастут точно такими же. И вы хотели бы для своего сына, чтобы у нее был там, муж, у него была жена, которая его носит постоянно, да, там, или не уважает. Нет, конечно. Вы бы ее своими руками удушили, эту тварь. Вы бы хотели для своей дочери, чтобы у нее был муж какой-нибудь там, абьюзер, там, не знаю, колоед? Нет, конечно.
Вот об этом подумайте. Если вы сами не можете родить в себе уважение в вопросе общения с женщинами, приходите на практику. С 23 по 26 февраля, осталось совсем немного времени, приходите, и там вам помогут в этом вопросе. Там вы сможете сделать гигантский прорыв и гигантский скачок в этом отношении. Там вам напомнят, что вы мужики, что вы достойны уважения и почитания и так далее. Так что ссылка внизу, записывайтесь.